Если бы на проекте «Холостячка» говорили правду. Я бизнес пришел раскрутить. Я бы вдул. Я инстаграм-маркетолог. Конечно же, я пришел не за пиаром. Нет! А почему она выгнала меня на первой вечеринке? Она мне понравилась. Вообще-то, я бывшему хочу доказать, что я классная. Мы с продюсером выходим на новый уровень. У нас закончился контракт, и теперь мы берем штурмом телевидение. Маска, холостячка. Он, кстати, давно на меня засматривается. Может, и мне лучше присмотреться к продюсеру?